На Чернобыльской АЭС установили новый саркофаг. Защитное сооружение поставили на поврежденном четвертом энергоблоке атомной электростанции. Конструкция из стали и бетона весит около 36 тысяч тонн. Корпус арки покрыт специальной обшивкой. Она предохраняет старый саркофаг от внешних воздействий и должна защитить окружающую среду и местное население от возможных загрязняющих выбросов. Планируется, что объект полностью сдадут ровно через год. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля. 1986-м. Это стало самой масштабной техногенной катастрофой в мировой истории. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглись более 200 тысяч квадратных километров территории, в основном Украины, Беларуси и России.